Линейный маркетинг – источник дохода, основанный на приглашении в проект новых участников. Зарегистрировавшись в системе, вы покупаете контракт номер один у своего линейного лидера, пользователя, который пригласил вас в Степиум. Приглашая в проект новых участников, для них уже вы становитесь линейным лидером, и купить контракт номер один они могут только у вас. Всего существует 6 уровней контракта. Пользователи Степиум могут продавать контракты только тех уровней, которыми владеют сами. Люди, которым вы продаете контракты, формируют вашу линию в проекте. Одновременно вы можете формировать 6 линий, продавая контракты от 1 до 6 уровня. Продавая контракт, вы получаете 100% от суммы оплаты покупателям. Оплата за каждый 10-й контракт перечисляется линейному лидеру пользователя-продавца. Бинарный маркетинг – источник дохода, основанный на активности каждого приглашенного в проект пользователя. Заработок в бинарном маркетинге вы получаете за счет заполненной вами структуры, бинарной площадки или бинара. Бинар состоит из 3 или 4 ярусов. В самом верхнем ярусе – 2 пользователя, во втором – 4, в третьем ярусе – 8 пользователей и в четвертом – 16. Чтобы начать заполнение бинарной площадки, необходимо приобрести бинар соответствующего уровня, оплатив бинарный платеж. Криптовалюту приносят пользователи, встающие в нижний ярус заполняемой площадки. Каждый такой пользователь приносит сумму, равную бинарному платежу, внесенному для открытия этого бинара. Заработок вы начинаете получать с первого пользователя в нижнем ярусе бинара. Заполнение всего яруса для начала выплат не обязательно. Бинарный платеж по счету кратный количеству пользователей в нижнем ярусе бинарной площадки называется бинарным реинвестом и выплачивается пользователю, у которого вы в бинарной площадке занимаете последнее место в нижнем ярусе. Начиная с бинара номер 3, система разделяет основной баланс и замороженный. Открывая и заполняя бинар номер 3, Степиум замораживает вывод поступающих средств до момента, пока пользователям не будет открыта следующая пара в проекте – контракт номер 4 и бинар номер 4. После покупки пары средства бинара номер 3 автоматически размораживаются. Такая же процедура в бинаре номер 4 и бинаре номер 5. Это помогает сконцентрировать финансы для еще лучших результатов в Степиум. Степиум. Зарабатывайте криптовалюту вместе с нами.